Сегодня 23 июня 2016 года. Это вот улица, единственная улица Марии Лапкиной, имени Марии Лапкина. Ну вот я гляжу, тут участок от Игоря поля Барабаша. Обрабатывает он ее. Гречка. Гречиха. И вот сейчас я шагами промерил. 9 соток гречихи, уже посеянная. Уже начала расти, и он отдал ее новопоселенцу. Ну, тут, ясное дело, уже засыпается из опилок, там что, щебень заводится. Видите, как 9 соток. Жалко, конечно, что так раньше не было. Но, однако, вот такая работа идет. Вот как раз, кажется, идет хозяин. Здорово, Боля. Добрый день. В тенечек ложи, чтобы не спеклося, а то потом не разодрать, рубероид. Это Иосиф поселяется. А там вдалеке идут наши братья с работы. Отдельно сегодня я не пошел, работал на другом месте. Это идет Никита, за ним плетется, не идет, а плетется. Виталий, там что-то присел Володя. Ну, какое-то дело. Видите, как они тут порешили насчет гречки. Кому как, кто за нее рассчитается. Ну, решали это все коллегиально. Возникла необычная ситуация. И так вот решили выделить новое место. А где прошлый год он оставил, там перекупили. Другие будут. Ну, слава Богу. Главное, все спокойно, что можно молиться. Благоразумно обращайтесь с женами. Не потому, что она убежит к матери, а потому, что дабы не было препятствия в молитвах. Вот так. Вот Володя бежит, догоняет. Коротко допросим. У вас одна пила была большая? А две. Две, а где вторая? Володя. Ага. Ну и как поработалось? Хорошо. Тяжело. Закончили? Ну, маленько там. Ну, который лес там был, выкинули сюда? Который висел, мы его сделали. Сделали, да? А которые там, да, как в виде дров, сюда не перекинули? Перекинули практически. Перекинули, все. Все, так, тут такое дело. Поплавки почему не выставили на... А длинных шестов отрежь 2,5 метра. Сейчас же сделать. Всего надо там фактически 2 столбушка. Пока поплавки не будут, купаться не разрешаю. Все понял. Потом не протирали этот пирс. Я пошел сегодня, время было. И мы ползком камыш нарвали, протерли на 3 раза пирс. И он теперь доски не скользкие. И там не хватает перил. Не хватает там, где купаются они. Сделать это... Не дай бог, упадет ребенок. Сейчас это сделайте. Еще время есть. Ты, Володя, ко мне... Давай обменяемся. А, чё? Аппаратами. А что, у вас... Я возьму с него, сниму. А я тебе отдам свой. Он у меня освобожден. Но у меня там немножко снято. Ну, как немножко? Держи. Сколько снято? Ты еще вчера снимал, я не снимал. Врать. Все. Нет, а мне сумочка-то зачем? Да она мне там... А, подожди. Все, я выключаю.